Во всяком случае, понятно, что нынешнее положение Армении, как внутриполитическая ситуация, так и внешнее положение Армении, уже не устраивает большинство населения, и люди хотят перемен. Мне кажется, что самая реальная возможность провести какой-то референдум, причем очень срочно это сделать в Арцахе, и попроситься, я имею в виду, попроситься в состав, я имею в виду Арцах, не Армению, попроситься в состав, значит, Российской Федерации. Что касается встречи, значит, Николы Пашиняна с общиной, армянской общиной России, я думаю, что он не захотел этого, потому что не ждет какого-то для себя положительного результата. Почему власти Армении допускают эти митинги? Ведь мы все знаем, что во время Карабахской войны, во время войны в Арцахе в 2020 году, да и в прошлых, так сказать, войнах, я имею в виду Первую Карабахскую войну, Украина не только поддерживала, но украинские граждане воевали на стороне Азербайджана. Движение «Сильная Армения с Россией за новый союз» ведет очень большую работу в этом направлении, в направлении сближения с Россией, в направлении поддержки военной операции России на Украине и вообще все, что связано с Россией, и видит Россию вместе с Арменией в качестве такого союзного государства.